очень важное событие, поскольку в последнее время все больше и больше психотерапия приобретает статус науки, да, и все практикующие терапевты должны вносить свой вклад в развитие этой профессии, что мы и делаем, да, поэтому мы сейчас, в том числе нашим днем и нашей работой, тоже внесем небольшой вклад в развитие того большого дела, которое, мне кажется, сейчас в актуальных условиях приобретает особенно важное значение. Еще одно очень важное событие, которое совершенно недавно произошло в институте, на прошлой неделе нас приняли в состав Латвийской ассоциации гештальт-терапии, и поэтому сегодня у нас в гостях представители ВАУБ, да, и я сейчас с большой радостью передам вам слово, чтобы вы тоже что-то сказали. Еще раз поздравляю с тем, что институт вступил в Латвийскую гештальт-терапевтическую ассоциацию. Это действительно большой шаг. Следующий шаг – это аккредитация в Европе. То есть институт себя заявил очень масштабно, очень качественно, и это сильно радует. Долгое время психотерапия, она играла такую роль, какой-то такой шаманской практики, чуда, которое никто никак не мог объяснить. И конкуренция с психологией в том, что психология – это больше научная дисциплина, которая сосредоточена на исследованиях, на тестах, на какой-то определенной норме людей, которую тогда можно исследовать. Психотерапия, она смотрит на человека как на живое, что-то живое и оригинальное, которая может приспособиться, которая может жить, поэтому исследовать это крайне тяжело. Я Дана Лукшевица, я член правления на данный момент. Un jā, kā jau Rita minēja, septembrī bija Madridē, kad notika EAGP tātad nacionālo valstu pārstāvju sapulce. Jā, pēc sentībrē būla v Madridē, kde происходило собрание национальных ассоциаций, да, с разных стран. Un komiteju sanāksim. И в каждой стране есть комитет. Я мазлейт грибу венкарши изымает, когда ЕАГТ ира сеттинис комитейс. ЕАГТ есть 7 комитет. Он верен от там ир пекнецик. Благодаря которой вообще вот все, что сейчас происходит, стало возможным, да, поэтому вот расскажи, как тебе вообще все это удалось. Расскажи. У меня есть 40 минут. Мне дали больше времени. Расскажи. Хорошо. Спасибо, Таня. Из разных направлений психотерапии, которых много, и в рамках мультимодального, интегративного подхода, на моей, например, программе мы делаем такой обзор разных направлений, да, и их, в общем-то, можно группировать очень по-разному. Мы знаем, что есть психоанализ, есть гуманистические подходы, есть даже вот не школы, а отдельные методы. Это вот на стыке нейрологии и психотерапии. И это прямо, ну, такие экспериментальные супернаучные исследования, когда подключаются датчики к мозгу и смотрится, например, синхронизация между психотерапевтом и пациентам или клиентам во время сессии, что между ними происходит. Это абсолютно точные исследования на стыке наук. И я думаю, что и в Латвии можно было бы провести что-то похожее, да, но это, поскольку на стыке дисциплин, надо договариваться тогда с медиками, которые имеют оборудование, да, и это все совершенно возможно, нет никаких проблем, было бы желание. К сожалению, у нас с желанием беда, вот просто какая-то катастрофа. Что будет делать психоаналитик, например? Он будет разгадывать ваш симптом. И может быть, вы придете к тому, что вы вообще на самом деле не хотите ходить на работу, вы ненавидите эту работу, эта работа навязана вашим папой, мамой и так далее. И необходимости снимать симптом не будет. Вы погрузитесь в субъективную реальность этого человека и измерить эффективность психотерапии станет очень сложно. Исследования по психотерапии, их очень много, они очень разные, и они действительно выполнены в очень разных дизайнах. Ну, исследовательский дизайн – это логика организации исследований. Мы можем говорить о том, что есть количественные исследования, они очень близки к психологическим исследованиям в нашей привычном понимании, вот кто заканчивал институт
факультеты психологии, то чаще всего писали количественные исследования на какую-то тему, брали статистическую обработку данных, да, и вот есть психотерапевтические исследования, которые реализуются в такой же форме. Просто предметом исследования в этом случае будет не психологический феномен, а психотерапевтический феномен. Такая, какая я есть. Без каких-то улучшений, доделок, переделок, каких-то бесконечных обучений и так далее. Когда я начала свою практику, начала недавно, то я вижу такую же историю у своих клиентов тоже. Когда есть клиенты, которые приходят о своей программе Dental IQ, о разработанной программе для, по лечению маленьких детей, немножко коснусь, как я исследовала, что такое талант, понятие терапевтического таланта, как талант изучался доселе, и далее мое феноменологическое исследование терапевтического таланта. В середине 19 века был очень интересный ученый Фрэнсис Гальтон. Он был двоюродным братом Чарльза Дарвина. И он предположил, что вообще талантливые люди, они на самом деле не сами по себе талантливые, а это гениальный человек – продукт гениального рода. То есть проявление одаренности зависит в первую очередь от наследственности. И он проанализировал массу родословных и не дает себя узнать. Я не могу заставить, не смогу заставить его звучать. То есть я не смогу сделать скрипку. Каждый мастер делает одно и то же. Он берет в руки дерево и начинает простукивать. Дилетант просто стучит. Начинающий терапевт. Но секрет в том, что дерево нужно держать в правильных точках. Это особые узлы в дереве, точки покоя. Тогда оно звучит. И вот что дерево мне рассказало. Это притча о человеческой душе. Чем совестливее человек, особенно в праведных христианских духовных кругах, тем это опаснее. Потому что у людей такая сильная воля, они так точно знают, что хорошо, что пинками гонят себя к хорошему. Они замечают, что душа слабла, устала, многое стало таким утомительным в жизни. И все равно, но должно же получиться. А секрет в том, что нужно, нам не нужно больше сил, чтобы звучать. А секрет в том, чтобы нас кто-то держал. И поэтому много лет, с тех пор, как я наблюдаю это, задавался вопросом, почему дерево звучит, где эта точка покоя, точка, в которой нужно держать дерево, чтобы оно зазвучало, как бы наш клиент. Мы чувствуем, что не нужно большого усилия, чтобы звучать, но нас должен кто-то держать. Переживание депрессии, прохождение через опыт, некоторые смерти, например, как птица Феникс, да, мы умираем и возобновляемся, но насколько это может быть таким живительным, поэтому супер, что взялась с этой темой. Очень важный момент, потому что Лива завершила обучение в институте, она завершила уже раньше, и сейчас я ждала, вот она, в принципе, свою работу представила в начале лета, но вот мы попросили ее сейчас еще раз ее повторить, потому что очень хотелось, ну, в такой торжественной обстановке тебе вручить сертификат, твой окончательный программы. Вот, и Лива успешно сдала, вот, без условий, сдала свой практический экзамен, чуть раньше, и поэтому я прям с радостью сбора. Я начала тоже обучаться гештальт-терапии, которая скорее вот мне виделась такой в помощь вот этой прикладной части. И я совершенно не понимала, не очень понимала, как, зачем уж мне так сильно нужно эту диссертацию защищать. Когда власть над наукой, над философией, над культурой, над практически всеми сферами жизни захватила церковь. И, по сути, с эпохой Возрождения, которую вы знаете, начинает понемножку происходить такое оттаивание, да, во всех сферах, в том числе и философии, и Барух Спиноза, или Бенедикт Спиноза, это
один из вообще величайших философов всей истории и как бы представитель вот этого нового течения, который появился. В нашем контексте интересно именно то, что он тот, кто заговорил о эмоциях, но в его как бы, понимании это аффект, он называл это эффектами. Да. Есть онтологическое, это бытие с большой буквы «Б». От всего остального, как это делать, как правильно ввести интервью, как правильно провести вот этот анализ по шагам от самого начала до самого конца и в конце концов все это обобщить для того, чтобы потом можно было публиковать и получить свой зачет и жить долго и счастливо. Сколько про здоровье, сколько про политику, например, там внутри этого человека. Здесь мы делаем совершенно обратную работу. Мы с вами сначала встречаемся с людьми, а потом думаем, а про что это все? Клиенты, что если вы отпустите клиента в этот момент, вы скажете, это была крутая психотерапия, я ему супер помог. Но если вы поработаете с ним еще пару месяцев, вы скажете, о боже, какой кошмар.